Европейская авиастроительная компания Airbus в понедельник объявила о подписании контракта на поставку 250 самолетов A320neo индийской низкобюджетной авиакомпании Indigo. Сумма сделки по каталожным ценам составит $26,5 миллиардов. Это рекордный заказ для европейского концерна. Поставки самолетов должны быть осуществлены с 2018 по 2026 год. Таким образом, Indigo, на долю которой приходится около 40% пассажирских авиаперевозок в Индии, заказала у Airbus уже более 530 A320. В 2005 году были заказаны и уже поставлены 100 первых самолетов этой серии, а в 2011 Indigo стала первым индийским авиаперевозчиком, заказавшим лайнеры A320neo, доведя свой флот Airbus до 280 аппаратов.